Во вторник, 7 февраля, на базе Волинского дошкольно-образовательного учреждения состоялся районный методический семинар на тему «Организация педагогического процесса в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». В работе семинара принимали участие заместитель начальника управления образования Эмма Пиштикова, ведущий специалист управления образования Муслимет Батырбиева, заведующие детских образовательных учреждений Кашхабского района и старшие воспитатели. Сегодня мы с вами отправимся в сказку «На ковре-самолете». Дети, скажите, какое время года в этом лесу? Зима! А какие приметы зимы вы знаете? Снег. Ой, еще? Лед. Лед. Деревья голые. Деревья голые лежат, стоят. И снега. Снег лежит, правильно. А кого мы можем встретить в зимнем лесу? Животных диких. Диких животных. Каких, Влад? Волка. Волка, Максим. Дикого кабана. Правильно. Лисичку. Зайки. Лисичку. Нет, зайчку. Белку. Зайка. Молодцы. А каких птиц мы можем увидеть в синем дятел. Лесу? Дятел. Дятел. Синичка. Синичка. Ворона. Воробей. Ворона. Ворона. Галка. А кто к нам зимой прилетает? Какие птицы? Зимующие. Снегири. И все эти птицы какие? Зимующие. Ну, продолжим наше путешествие. Мы 12 месяцев. А ты зачем пожаловал к нам? Такую стужу с корзиной в руках за грибами? Нет, меня послала злая мачеха в лес, потому что королева издала такой указ, кто принесет во дворец полную корзину подснежников, тому награду дадут и корзину золота. Помогите мне, братцы! Петро, ты добрый и трудолюбивый, поэтому мы тебе поможем. Птицы запели, ручьи зашумели. О чудо, пришла весна. Дорогие братцы, помогите мне собрать подснежники. Но прежде чем мы начнем собирать подснежники, давайте согреемся возле зимней стужи. Вот так. Нам весна. Заглянула, давайте к нам весна заглянула, все ладошки окунула, и рассел там нежный маленький подснежник. Педагоги Волинского садика делились своим опытом работы с остальными участниками семинара. Воспитатель старшей группы Светлана Никулина провела открытый показ непосредственной образовательной деятельности в образовательной области художественно-эстетического развития, аппликации на тему «Подснежники». Активное участие в показе принимали воспитанники старшей группы. Здесь происходит обобщение опыта работы воспитателей, затем практическая часть. Воспитатели и заведующие будут делиться опытом своей работы для того, чтобы реализовывать основную образовательную программу, главную программу, над которой работают все образовательные учреждения. Несомненно, подобные мероприятия способствуют в первую очередь обмену опытом, что благотворно сказывается на образовательном процессе.